101 год назад в СССР был образован Коммунистический союз молодежи. Школу комсомола прошли несколько поколений. Сегодня члены Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи празднуют очередной день рождения организации. Яркое, активное и насыщенное событиями молодость, вера в общее дело и неиссякаемый энтузиазм. Именно так Любовь Попова вспоминает свою жизнь в комсомоле. Комсомольская закалка помогала ей всегда и в жизни, и в работе. Я только-только ушла на пенсию. Я 19 лет была помощник депутата Государственной Думы. Я вела приемы населения, очень много народу. И вот умение разговаривать, умение как-то убедить, это все оттуда, из комсомола. Мы верили, свято верили, что все, что мы делаем, это все к лучшему. И люди становятся лучше. Вместе с Любовью Поповой вспоминали комсомол и другие собравшиеся. Обладатели красных билетов приехали из разных уголков Московской области. Спасибо, что вы пришли сегодня. Спасибо, что вы здесь. Друзья мои, у нашей страны славная была история. Мы выросли на книгах, на фильмах. Мне лично и каждому из вас это помогало в жизни и жить, и выживать, и устоять. Одним из важных моментов празднования Дня комсомола стало награждение. Лучшим комсомольцам и ныне трудящимся в различных общественных организациях были вручены почетные грамоты президента Фонда поддержки ветеранов комсомола Подмосковья и знаки отличия за содействие и комсомольская слава. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.